Приветствую вас. Примите мои соболезнования относительно вашей потери. Во-первых, хочу сказать, что психологи не советуют препараты. Этим занимаются врачи, люди с медицинским образованием, поэтому если вам нужны препараты, то обратитесь, пожалуйста, к клиническому психологу, психиатру или терапевту по месту жительства. Дистанционно никто вам препараты советовать не будет. Это в лучшем случае административное правонарушение, в худшем уголовное. Я думаю, что у вас много боли. И я думаю, что есть стадии потери близкого. Вы можете сами посмотреть их в интернете. Вот, они довольно четко разделяются. Вот. Значит, стадия отрицания, стадия торгов, вот, и так далее. Я не сторонник такой градации стадии, мне кажется, что такая классификация, да, она не очень хорошо отражает то, что происходит с человеком. Вот. Но тем не менее, эти стадии, они все, на мой взгляд, связаны с одним, с болью. И самое сложное, тяжелое для человека — это проблема проживания боли, которая абсолютно естественным образом есть, когда мы говорим о потере близкого. Вот. Но почему же боль такая опасна? Потому что человеку кажется, что он эту боль не проживет. Человеку кажется, что эта боль его разорвет. Человеку кажется, что он эту боль не выдержит. На самом деле это не так. Любая боль, которую человек испытывает, более чем выдерживает. И если об этом говорить, если это не скрывать, если это проговаривать, если это не пытаться как-то вот в себе удерживать. Вот. А на мой взгляд, вот, то основное, что вы делаете, это как раз таки пытаетесь с этой болью бороться, не позволяя себе в той или иной степени ее чувствовать и ее проживать. Это вот, на мой взгляд, основное то, что вы делаете. И могу вас заверить, вот, что ничего хорошего из этого не произойдет. Ничего хорошего из этого не случится. Вот. Боль необходимо выражать кому-то. То есть просто говорить о том, что вы чувствуете. Вот. И проживать потерю. Вот. Это первое. Плакать, молчать, если хочется, то есть все, что вот
все, что у вас, все, что вы чувствуете. Вот. Дальше. Что такое таблетки? Те самые таблетки, да, о которых вы говорите, это бегство. Чтобы не проживать боль. Вот. Ну, вы можете действительно избежать боли. Вы можете действительно сделать так, что ее не будет. Вот, вы можете действительно сделать так, что вы не будете чувствовать боль. Вот. Но она никуда от этого не уйдет. Вот. Это важно понимать. Главное, это близкий человек рядом с вами или люди, с которыми бы вы могли поделиться своими ощущениями, с которыми бы вы могли поделиться своими чувствами, которые могли бы быть рядом с вами. Вот это ключевой момент. Дальше пойдет, на мой взгляд, не самая лучшая часть моего ответа. Вот она, может быть, вам не понравится, эта часть, но тут ничего не поделать. Чувство потери. Что вы потеряли в лице своего отца? Да? Вот. Поддержку, помощь, работу, любовь, что-то еще. Это необходимо увидеть. Для себя сформулировать и вербализовать вам будет проще. Опять же, впоследствии с этой ситуацией что-то сделать. Вам будет проще. Я не сказал бы, что легче, но проще. То есть вам будет понятнее, с чем связаны такие ваши переживания достаточно сильные, получается. Дальше. Естественно, потеря близкого человека – это травма. И травма сильная. Ее тоже нужно прожить, потому что разрушение реальности не может не сказаться. Ну, я имею в виду разрушение вашей реальности. Да, то есть как ваша реальность, в которой вы привыкли жить, в которой вы привыкли находиться, ваша реальность, она разрушена сейчас, к сожалению. В этом, собственно, и проявляется травма, в этом проявляется психотравма. Вот. Поэтому важно прожить, важно увидеть, что из себя представляет тут такое разрушение реальности, да? Вот это тоже очень важный момент. И последнее, что хочется сказать, это то, что очень часто люди влятся на своих близких за то, что те их покинули. А можно, в принципе, вот сколько угодно говорить о том, что
человек условно номинал, да, что он, но злость, она все равно есть, от злости никуда не деться. Злость — это нормальное чувство, но человек его в себе блокирует. Злость отражается, в парадигме, такой парадигме, как вина. То есть вы чувствуете вину, можете чувствовать вину перед человеком, перед своим папой. С этими ощущениями также необходимо работать. С чувством вины. Ну и понятно, что есть не только чувство вины, понятно, что есть еще другие чувства, вот, какие они, опять же, тут нужно смотреть. Вот, потому что ситуация бывает разными, и, ну, в этом смысле у всех все индивидуально. Вот, ну, нужно понимать, в каких отношениях вы были с папой, да, то есть все зависит еще от этого, то есть, ну, от того, в каких взаимодействиях вы были с отцом и так далее. Это тоже важно. Вот. То есть тут вот, ну, ситуация такая, конечно. Вот. Вот из таких аспектов, в принципе, и состоит работа с травмой потерь. Вот. Это лучше всего делать с психологом, потому что психолог сможет оказать вам куда более квалифицированную помощь, но решаете это, в принципе, вы сами. То есть, если вы не хотите к психологу, например, обращаться, вот, то, как бы, ну, дело ваше, и вам решать, никто вас заставлять это делать не будет. Вот. На этом все. Еще раз примите мои соболезнования. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. В заключение хочу сказать, что вы можете спросить себя, чего хотел бы для вас ваш отец, чего он хотел для вас. Следуя этому, вы станете к нему ближе. В заключение я бы хотел сказать, что свежие воспоминания о вашем папе, они будут вас, пока не вас, он жив. Да, физически его нет, но вы же физически расставались с ним. Это и нормально, или? Потому что внутри вас была память. Вот. Не только память, но и понимание того, что он для вас хотел. Какой он вас видел, какой вы были для него. Подумайте об этом, станете к нему ближе. Если вы являетесь представителем какой-либо конфессии, то вам можно обратиться к соответствующему лицу этой конфессии, чтобы он вам оказал необходимую помощь в русле вашей конфессии. Всего самого доброго. Обращайтесь.